В этот раз мы сняли квартиру в Пятигорске, однокомнатную, заходим в вешалки. Здесь у нас сразу комната. Комната большая, довольно уютная, двухспальная кровать с мягким таким пушистым одеялом. Классно. Здесь у нас большой шкаф с зеркалом. Очень уютная атмосфера. Здесь полотенца, подушки. Давайте посмотрим, что здесь. Здесь просто вешалки. Очень красиво, приятно пахнет. Здесь какая-то розетка. А, это для Wi-Fi. Искусственные цветы, подушки. Очень все красиво. Есть еще одна прикроватная тумба. Тоже смотрите, как оформлено. Птички, свечи. Диван дополнительный с подушками. Единственный минус, здесь в комнате нет кондиционера. Он, насколько я понимаю, есть только на кухне. Большой цветок. Цветок у нас живой. Выход на балкон. Давайте сразу выйдем, посмотрим, что нас на балконе ждет. Балкон тоже отделан полностью в таком же формате. Здесь у нас хозяйские, видите, принадлежности. Она закрыла шторки вот такие. Вид, конечно, с этой стороны не очень на строящийся дом, на заброшенный какой-то дом. Но вот с другой стороны у нас вид хороший. Ой, я запуталась в шторе. С вот этой стороны как бы показать. Давайте, наверное, вот так. С этой стороны очень хороший вид на город, на центральную улицу, горы. Ну, в принципе, нормально. Как говорится, жить можно. Есть утюг, сушилка, гладилка. Смотрите, как хорошо все это привинчено, чтобы не мешалось. Все это есть. Также ведро, тряпочки, все дополнительно. Давайте посмотрим ванну и кухню. Да, здесь такой свет и очень пахнет ароматизаторами какими-то. Так, кухня. Кухня большая, очень симпатичная. Сейчас я свет включу, чтобы поярче было. Ну, давайте слева направо такая зона. Зона отдыха. Опять-таки искусственные цветы. Видно, что хозяйка любит искусственные цветы. Я, например, не очень люблю. У меня дома искусственных нет. Но это дело вкуса. Бюст какого-то умного мужчины. Также есть книги Чехов и Шарлотта Бронте. Классика. Опять горшочек с искусственными цветами. Диван, стол. Здесь тоже искусственные цветы на столе. Да, ладно, это не важно. А вот такая большая зона. Квартира находится на 10 этаже, поэтому здесь не газ, а электричество. В принципе, все необходимое есть. Фильтр с водой, чайник, сушилка для тарелок, мыло, раковина. Здесь разные принадлежности. Давайте посмотрим, тарелки есть. Сейчас здесь посмотрим. Кое-какие крупы, соль, сахар. Ну, такое основное. Это, в принципе, во всех квартирах. Столовые приборы, наверное, тоже есть. А вот, кстати, здесь спрятана у нас машинка. Здесь ничего нет практически. Столовые приборы в полном комплекте. Ложки, вилки, ножи, ножницы. Все есть. Бумага, доски. В общем, плита. Также есть варить кофе. Полка разных приспособлений, приправ, кофе, чай, сахар. И здесь также, даже кофе так запахло. Здесь, вот, смотрите, есть даже турка, чтобы варить кофе, разные бокалы, стаканчики, вытяжка. И еще такая зона, ну, конечно, холодильник, кондиционер, да. И такая зона отдыха. Единственное, что эту зону портит, конечно, вид из окна, потому что сейчас я как-то между штор проберусь, потому что вид вот такой на строящийся дом, и, в принципе, все. Но ничего страшного. Здесь все так это гармонично закрыто шторками, что если издалека смотреть, то, в принципе, очень даже симпатично смотрится. Два кресла. Книга про Пятигорск. Очень интересно будет потом полистать. Свеча. Опять искусственные цветы. Столик.
Ну, в общем, в таком вот формате выглядит квартира. Цена этой квартиры за сутки где-то 4500. Ванна тоже уютная, в теплых персиковых оттенках. А здесь очень большой умывальник. Сейчас вам покажу. Смотрите, опять искусственные цветы, декор под дерево, мыло, большое зеркало. Тут тоже есть вот такие полочки. Небольшие кулер с водой, поэтому мы будем с водой. Сейчас будем принимать душ и уже отдыхать. Знаменитая кондитерская, сейчас на втором этаже галерея. Тут должен быть сейчас памятник. Парк Цветник. Такое красивое здание. Люди фотографируются, отдыхают. Здесь очередь, чтобы сфотографироваться. Так здесь красиво, свежо. А вот сама красавица, галерея. Лермонтовская галерея знаменитая. Здесь прям на фоне горы. Здесь концерт. Ой, как пахнут цветы. Обалдеть. Все гуляют. А это мы поднялись вверх. Грот Дианы. Такие камни здесь. До определенного беседка. Такая дорога тяжелая, такие каменюки.
вернулись назад, спустились с гор. Здесь также продолжается концерт. Также очередь за водой. Мы пришли в питьевой бювет, а мы пьем вот такими стаканчиками. Это источник номер 17, подогретая. Углекисло-соляно-щелочная. Прямо скажу, отборная. Больше глотка я пить не смогла. Идем назад по красивой пешеходной зоне. С разные кафешки, сувенирные лавки, парфюм «Новая заря». Такие здания двухэтажные, красивые. И сейчас вот «Тысяча одна ночь», такое колоритное кафе. Сейчас уже идем в сторону дома. Пойдем еще гулять? Ну, не сейчас, а завтра. Что-то немножко ветер поднялся. Мы думаем, как бы дождь не начался.